Вот сегодня у нас 10 августа 2017 года. Вот отправляем Росю Естра. Дождик, да, идет. Вот. Ну что вы стоите-то? Свои вещи. Ну, забирайте вещи. Сюда подъедет. Ну подожди, сейчас подожди, сюда подъедет. На площадку не наехать. Тихо, тихо, тихо. Ничего. Так, ну давайте. Ну что, несите мешки. Открывай, где они мешки? Володя, какие мешки? Ну вон, там стоит. Ну покажи ему где. Ну вот, на веранде, на веранде. А вот мешки, покажи где. Ну подожди, ну-ка. Сначала мешки сказали. Ну, Володя, ну, вещи ладно везти, а не мешки. Это пока там. Лежите. Никита, ну, давайте, то уйди оттуда, ты не командуй. Уйди. Я говорю, уйди. Вот они, вот они, вот они. Вот. Я их уже выносил, а потом туда. Так, не соль, а где твои железки? А, они внутри, я их туда положил. Да нет, подожди, подожди, ну что ты? Ну что такое? Ну ты как, я не пойму, что у тебя вообще не работает. Ты уйди, уйди, уйди. Я вообще пешком должен был приехать, мы тебя ждали. Да какая разница, когда уже приехал? Спал что ли там лежал, без задних ног? Это мое дело. Ну, договариваются люди, ждут, ночь стоит, дождь идет, никого нет, стоим, полчаса стоим. Думаю, все я. Это по-нашему, по-популярски. Вот это могла уже прилететь, а хотя бы не дождь. Он долго спать. А что муж не бьет, поэтому говорят вам. Так, да как хотели, я не знаю, тут свекла ваша не подписана. Куда это? Где? Давай. Ну куда же калочки? Так, что тяжелые-то они? Калочки. Не знаю, я там выгружу, а там пускай приходят, не приходят. Я не буду развозить это все. Тащи. Все, сумки остались. Да еще пищу. Это мой. А это в ноги можно. А, это в ноги, да? Это все. В ноги, конечно. Там так, ноги. Это давай туда, в ноги. В ноги можно. Ой. Ты, Володя, сейчас оденься, мы сходим к Кустину, я попереговорю, запишу, что они сейчас мы разговаривали, юридики. Игнатий, Роман, поешь, может быть, позавтракай? Все, он поехал еще, пусть завтракает. Я ничего не знаю, никого не хватает только. Сказала, отошла. Позавтракает, может быть, Роман. Так, кто? Роман, ты позавтракаешь? Да успокойтесь, ну что вы? Маленький ребенок вам или что? Так, я не знаю, куда это все выгружать. Она знает, калочка. Она ничего не знает тоже. Песчанка 89, квартира 237, она записала. Он меня спрашивает, я отвечаю. Хорошо, хорошо, хорошо. Как все? С Богом, ангел. С Богом, брат. Хорошо, закрой. О! Вот это да. Ну давайте, с Богом. С Богом, брат. А? Сегодня домой? Неизвестно. Господь знает это. Ну давай, Бог здесь. Ну основатель, собрался основатель. У тебя конкурентов нету. По машине. Главное, зашел среди тополей, повалил все. И тут везде лето это друг друга, а на тополя никто нет. И пошел работать.
ребят, иди. Ну, позавтракай, иди. Володя, иди оденься, пойдем быстро. Слава Христу.